войне. Так, у нас еще тут остался контрактик в пути. За каких-то повстанцев. Ну, да, против кого? Против дома Ляо. Ну, не знаю, как хочешь. Туп-туп-тупает малыш. Хоть не будем. Все перекрашивали дом Давиан, да, цветам. Нравится синий и красный. И синенькие такие роботы. Так, поедем сюда, наверное. Мы будем давионцы. Задоминируем. Все захватим за Давион. Кстати, со временем карта меняется. Да? Что захватывается. Так, контракты. О, дом Давион против Ляо. Ну, поехали. Против говняо. 21 максимум выжимает, 6,6. Ну такого себе. Ну это просто миссии слабые, там мало. Щечку можно накинуть. Плюс 5 герой. Переговоры. Ну молодцы. А что за миссия, кстати, не посмотрел? Охота за наживой. Военная. Это зона. Военная зона. Оставлю этого. А я тоже все. Так, а этому пацану кого взять-то? Жесть, конечно, локация, блядь, крутая, надо, блядь, круто. Потяжелее, блядь. Вот это он, оно, пацану. Поебал на. Быть у нас лишнего-то ножа. Да. Жесть. Ну ладно. Да будет так. А у нас какой-то на 75 там нельзя еще достать. Она сейчас будет посмотреть, кстати, после миссии. Нам пригодится на батарею. Но у нас 75 вряд ли. У нас 65 есть. Нам где-то на такой зоне надо сидеть. С таким-то ножом и в город почаще залетать за новых. Бабки-то есть, хули, блять. Ты чё толкаешься? Чё толкаешься? Ну-ка, прикольно толкаются такие. Почистим. Гурцы живут, Вася, бля. Там пацанов уже обоссывают. У меня сзади на роботе дверь такая заходит там. Избушка на коих ножках, блядь. Вижу. Работаю по какому-то петуху. Аналогично. Пошли ракеты, пошли, родимая! Чё, какой вахуй, откуда прилетает? Полетел я отсюда. Сука, держится за нить. Ебаный ему все разобрали вообще полностью, разъебали. Но у него ракеты точности нет, конечно. Тачку пиздец. Пауч пиздец. Бля, кстати, позишена что нет, нихуя. Не видно, блять, позишена что ли. Да, это ж посмотрел, горки нет. Наверное, придется на той горке сидеть, которая рядом с лесом, чтобы быстро выйти. Наверное, вот на это. Летять! Летять! Два воина и два... А, нет, два Игоря и воин. Та горка это лучше, что у нас есть. За неимением большего берем горку. Бля, десант летит уже, бля. Десант! Ура! Кстати, елки-то подкосить.
Так, пацаны, давайте-ка вы, наверное. Бля, у вас и постоять никуда. Сюда, что ли? Да, вот. Бля, малой побежал, бля, убиваться. А, убермех, смотри, на смерть идет. Вообще пухнется. Уже съебут пацана, да. ТДР идет. Это Thunderbolt. До нее 1200 не долетит, короче, ракета. Бля, куда они пошли, все за горку спрятались там? Ага, они суки, ты знаешь, что ли? О, вон. А вот этот уже подошел. Ой, за катапульта один у них, наверное, еще. Тот, который мы не купили. С двумя ракетами. Ну, скажи, печи подальше бьет, да? Да. Сейчас бы ты стрелял, короче. Два ТДРа идут. 165 тонн. Ах ты, сука. Меня. Вилоса под мином. Ну, так я ему напихиваю, поэтому не очень. Блядь. Танчик уже он все ебал. А, это ты ему подстрелил. Да-да-да-да. Пришелся под стрелой. Под стрелой. Блядь, тут и заебал меня. Нас напитывать. Да, надо уметь храниться, блин. Бля, заебал ты, пидорас, бегать, надо его убрать. Ладно. Сейчас мы вот так сделаем. Идите его. Ракетами, сука, блядь, стреляет в меня. Мы их убьем, убери его за сотку. А тут бы сдали стрелять, но ракет, ничего кроме ракет нет. Ему надо в упор бежать. Атакую его, Шурик. Ой, батя перегрелся. Давайте, давайте, немножко осталось его. Надо же перегреваться, как стал. Да. Так, а вы давайте. Батин урон цеплял, блядь. Ее прям за сотку вот в низину, да, enemy mech forces spotted operating in the area. Watch out for them. Watch out for them, блять. А че так медленно стываю? Вроде ничего не менял. Вот там уже Дженнер бежит. Жду тебя на позиции. Надо многие справиться. По ногам его бей, сука, майси. Большой. Ха-ха! Нахуй, блять, петух. Там он ездит, видишь? Он идет. Батлмех. Ох ты, блять, спичка. Это батлмастер какой-то, чувак. А, это батлмастер? Да. Ебать, он ебашит, сука! Три точечки, глянь, это походу штурмовой, блять-то. Плюс 75, нахуй. Аккуратно, ты делаешь? Как ты меня сводишь, блядь? Он с печом, блядь. У него там, блядь, прикинь, у него 6 средних лазеров. Да. Натравливай на него, пацанов. Так, пацаны пошли. А, пизда его. Бля, ну мне уже... Что-то немножко это самое, постреляли, броньку сняли. Меча. Но он мощный, блять. Блять, чувак, тебя батчина выбьет. Да. Ты их спрячь. Так, пацаны, я сейчас четверых еще убьем и все, и свалим. Бля, они еще с боку обходятся. Главное, батчина не потерять, а руку оторвет вместе с мечом. Да, напрямую Джевелин бежит к нам, прям через город. Да, блядь, робот ебаный, столько станет. Сюда. Все, развернись. Блядь, уж по мне предуцеливает гнида. Езда ему. Так, давай этого.
нахуй еще сливок эта мразь разбирает. Ах ты падла, блядь, что творишь-то? Опять этот петух, блядь. Натравливай наших. Вот там слева выбежал какая-то хуйня. Переключайся на левого и всех на него трави. Мелкого. А это батл мастер, ты да ебаный рот. Так я на твоем месте вообще на него не уходил. О, все. Все, пизда, выбил. Сука. Какая же баныч. Че, будем каждый раз перезапускать? А где это? Бля, перегрелся. Убей, шуть. Меня хочет ёбнуть. Это на, мразь. Я перегреваюсь, бля, как-то пизда. Иди так, на выход. Ебать, он выбил, у меня получается маленький лазер, большой лазер, пулемет. Правая часть, отстоящий, такой, да. Родного часть. Вместе с плечом, наверное, вставал. Батлмастер, блядь. Ну, сука, два батлмастера побежал. Интересно, дадут хоть одного? И хватит ли вообще на него? Да не, на этого точно не хватит, сразу так мало. ТД, опять, ТДС, давай. Ну, на продаж. Ну, его, кстати, можно взять, на самом деле. Если он 65 тонн, его можно на боту закинуть. У меня там бот, под бота есть фит. Я его на боте гонял. Ну, чини свой мех, короче. Ебать, блядь, сломалось все. Так, смотрим, что ебать. Ухучковый лазер, блядь. Все нажитое непосильным трудом, блядь. Да, может, давай так запустить. Даже поздек. Можешь загрузиться сначала, мистик, кстати, если хочешь. Не проблема. Да нет, давай тогда уже починим. Хоть раз потеряем, да? Да. Так, большой лазер. Есть у нас большой лазер? С-лазер, М-лазер и пулемет там. М-лазер. Пич. А чё, из лазеров у нас нет, что ли? Должны быть. Может, их продал? Да не. Это S-лазер, это маленький. А, вот, нашел, да. NEM называется. Так, S-лазер. А, это вообще M-лазер. Средний. Подожди, а нету получше, о, лучковый хотя бы. Так, и пулеметик. Так, боеприпасы, пулеметы. С пулемета и РБД. РПД, так, ну все. Потеря. Вот это не стоит недооценивать, да, врага нахуй? Да. Так вот зазевался, бах нахуй, и минус, блядь, все у нас сидит. Так, ну полетели сюда. Еще и... много-то не по сильным трудом, все пропало, блядь. И не говори. Большой лазер, двухлучковый. Выкинут в море просто. Оставлен в снегах. Да. Ебать, желтая планета какая-то. Обоссанная.